На открывшемся автосалоне в Сеуле прошла премьера шоу-кара Kia Mahave Masterpiece, который дает представление о внешности будущего поколения модели. Еще недавно большой кроссовер Kia Telluride назывался условным преемником Mahave, но прототипы нового равного внедорожника минувшей зимой уже попадали в объективы шпионских камер. К слову, нынешний Mahave продается уже более 10 лет и поныне присутствует на некоторых рынках, например, в Корее, Китае и в России. Судя по приставке Masterpiece, то есть шедевр, корейские дизайнеры гордятся своим детищем. В глаза тут бросается новое оформление решетки радиатора. Kia называет ее улыбкой тигра, растянувшейся на всю ширину передней части автомобиля. А по углам вписана диодная головная оптика. Ввиду того, что перед нами всего лишь концепт, разработчики не спешат делиться с нами изображениями интерьера, скрытого за глухой тонировкой стекол. Заявлено, что в отделке интерьера машины используются самые высококачественные, роскошные материалы, а большая площадь остекления щедро наполняет его светом. Также на борту предусмотрена медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма и фирменный набор систем безопасности ADAC. Никаких других подробностей о машине Kia не сообщает. Неизвестны и сроки вывода на рынок серийного внедорожника. Но чисто внешне новый Mahave выглядит почти готовым к производству. Наверняка уже к концу года мы увидим финальную версию. Еще одна премьера Kia на автосалоне в Сеуле – это концепт-кар Signature, что значит подпись. Этим концептом Kia сообщает, что работает над новым компактным кроссовером для глобального рынка. Готовую к производству версию покажут уже до конца 2019 года, а пока нам предлагают оценить дизайн. Отличительные черты Signature – широкая решетка с интегрированными диодными фарами, довольно длинный для компакта капот и интересная пластика боковин. Разработчики ни слова не говорят о технике, но уверяют, что дизайн этого концепта повлияет и на развитие других моделей марки.